Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите Живое ТВ, в эфире программы «Театр наизнанку», я ее ведущая Лилия Ро. Мюзикл продюсера, знаменитый по двум киноверсиям и еще большему количеству театральных постановок, в апреле этого года пришел и в Москву. Силами продюсеров Александра Калягина и Давида Смелянского он начал свое шествие в театре «Эцетера». И тут же завоевал пристальное внимание журналистов, критиков и, что самое главное, зрителей. Экспертные советы двух театральных премий «Музыкальное сердце театра» и «Золотая маска» выдвинули этот спектакль в нескольких номинациях на премию. 21 декабря состоялась церемония награждения премии «Музыкальное сердце театра». Сегодня у нас в гостях люди, имеющие непосредственное отношение к этому мюзиклу. Режиссер Дмитрий Белов и исполнитель главной роли Макса Бьялостока Юрий Мазихин. Лауреат премии «Музыкальное сердце театра» за лучшую мужскую роль в мюзикле «Продюсеры». Также мюзикл-продюсер получил премию «Музыкальное сердце театра» как лучший мюзикл. Юрий, Дмитрий, здравствуйте. 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 Всех с наступающим. Привет. Новым годом. Длинное предисловие. Тоже присоединяемся к Новому году. Сегодня такая длинное вот предисловие к хорошему спектаклю. И приглашаем всех 30-31 перед Новым годом, чтобы создать себе хорошее настроение на наш мюзикл-продюсер, который будет в театре «Эцетера», собственно, после Нового года. Будет. И на Рождество 7 числа. С 2 по 9 потом дальше. Рекламная пауза закончилась. Давайте начнем немножко издалека. Как каждый из вас первый раз познакомился с этим мюзиклом, наверное, как бы это была киноверсия? Нет. Я вообще ничего не знал о продюсерах. Я был в Америке, на Бродвее. И кто-то мне сказал, что вот Мел Брукс, которого я, естественно, знал по другим работам, вот мюзикл-продюсеры, хит-хитов, и надо идти, трын-трын-трын. Я попал впервые в 2002 году на бродвейскую версию, хохотал до слез, и после этого загорелся, в общем, идеей, пытался как-то убедить российских продюсеров, вот, но мне все говорили, что это нереально, это огромные деньги, огромные затраты на переговоры, вот. Тем не менее, в общем, Смелянскому оказался по плечу, он с помощью русской мафии успешно провел переговоры, и, в общем, моя мечта осуществилась. То есть Смелянского ты идею все-таки вытратили? Нет, он как-то сам заразился без меня. Я, конечно, могу. Он заразился первым. Ну, конечно, это я сказал Давиду Смелянскому. Но это было на самом деле не так. Я другим людям говорил. Вот. А потом оказалось, что этой идеей больны и многие другие. А Юрий? Я хочу добавить, что Давид Яковлевич Смелянский и Сан Саныч Калягин заболели этим спектаклем. Первым фильмом Мела Брукса, который в 68 году, по-моему, да, завоевал Оскара, вот они заразились этой как бы идеей, чтобы поставить на Сан Саныча Калягина, Смелянцы так говорили, поставить спектакль здесь у нас в России. Так что они тоже загорелись давно-давно. А я услышал от Саши Цикало, в 2002 году еще у нас Нордос был, но он тоже сходил с ума, поэтому и так много рассказывал об этом спектакле на Бродвее. Вот, и вот я от него услышал, что и он же сказал, что слишком рискованно сегодня делать этот спектакль. Но вот Смелянский и Калягин, конечно, сделали большое дело, осмелились, и вот, пожалуйста, результат совсем неплохой. Спектакль посещается, помимо того, что он самый смешной, он еще получился как проект, как бы очень таким состоявшимся. Зрелым. Получается, в принципе, что Калягин со Смелянским бросали похожий вызов, как и герои мюзикла, в условиях кризиса такую дорогую постановку ставить. Ну, Дмитрий Александрович. Не знаю. На самом деле, более многострадального проекта в моей жизни не было. Я в него тоже попал не сразу, и много лет шел кастинг режиссеров и
был даже Роберт Стура, оно случилось вот сначала, случилось это вот несчастье с грузинской, осетинской этой конфликтной ситуацией, после чего невозможен стал приезд Стура, потом срочно пригласили меня, хотя переговоры наши тоже до этого были. Вот, и в течение какого-то аврального совершенно времени пришлось собирать команду, делать макет декорации, в течение месяца запускаться, срочно выхватывать из гущи театральной жизни Юрия, вот, правдами и неправдами, потому что, в общем, нужна была действительно команда, которая могла бы нам помочь удержаться. Вот. И когда мы уже нагло совершенно за месяц, сдав декорации и костюмы, пообещали продюсерам, что в феврале мы выпустим этот мюзикл, я после первых репетиций понял, что какой февраль, какой тут март, тут вообще апрель в лучшем случае. И, о боже, нас он услышал, нагрянул кризис. Вот. Конечно, там злые языки говорили, что он погреб нас, но понимаете, когда люди заражены, они больны, им, в общем, в принципе, все равно, есть у них деньги, нет у них, движется там что-то. А поскольку этой идеи стали с больными все больше и больше, и уже не только Смелянский, Калягин, Мазыхин, я, но уже и Максим Леонидов, и Егор Дружинин, и моя творческая команда, Олечка Шагальна, художник, Жанна Шмакова, балетмейстер, Таня Солшкина, и уже театр Цитера начал сходить с ума от идеи показать, понимаешь, шоу Гитлера, как пример того, что на что способны продюсеры, чтобы заработать денег. Оказалось, что это актуально вообще, что жадность человеческая и предприимчивость не имеет предела. Вот. И вот с этой светлой идеей мы перебороли, так сказать, все последствия финансового кризиса. Вот, собственно, рекламная пауза. Очередная рекламная пауза закончилась. Юрий, вам поступило предложение исполнить главную роль. Да, Дмитрий Вячеславович. Ну, на самом деле, Дима, конечно, большое ему спасибо, он позвал его в проект. Потому что ни Сан Саныч, ни Давид Яковлевич обо мне не знали. Вот. Они даже не знают, что ты вот в театре на Таганке Сан Саныча... Да, вот, котелок. Котелок носил. Котелок Сан Саныча носил. В театре на Таганке, это правда, что работал в каких-то еще проектах. Но они об этом не знали, им напомнил об этом Белов, режиссер. И так шутками и прибаутками я оказался вот в этой команде. И... Конечно, в этом смысле счастлив. Во-первых, мы с Дмитрием очень давно знакомы, но познакомились как бы вот так творчески, схлестнулись только вот буквально сколько? Давайте будем вспоминать назад. Первые детские утренники в детском саду, так сказать, первые опыты ваши в режиссуре. Ну, впервые работали, да, над этим спектаклем вот вместе. Это первый спектакль, первая такая работа. Ну вот, что еще? Вообще, ну, собственно... вот главная роль Макс Бьялосток. Ну, что ты... Кого было примерить на себя такого авантюриста? Ну, авантюриста, вы знаете, очень многие люди в шоу-бизнесе примеряют, и уже знают очень давно, этот образ на себя. Жились с этим. На самом деле, это прямая аналогия с Ильфом Петровым. Мне так кажется, это, конечно, Остап Бендер. Рекламная пауза. Мел Брукс снял фильм «12 стульев», между прочим. Да, и вообще было, это его как бы увлечения были такие. Ильфом Петровым, я знаю, что... И вообще, такая команда американская, которая состояла из бывших русских, конечно, они много там сделали в Америке, перевернули там, конечно, понятие о русских. И весь Голливуд ходил только... Ну, очень много было в фильмах и на сценических площадках очень много было персонажей с русскими фамилиями, именами. Ну вот, в отличие от сегодняшнего дня. Потому что очень много там наши сделали, конечно, и в Голливуде, и на Бродвее. Вот, и поэтому, ну что, я сказал прямую связь с Ильфом Петровым, да, и непосредственно с Остапом Бендером. Вот. Остап Бендер, очень хороший персонаж, почти что Макс Бьялосток, только все это происходило в нашинских Палестинах.
Вот. Но вернемся к Максу Бьялостоку. Да, Макс Бьялосток. Он же... Он же... Бродвейский продюсер. Он же не аферист был, наверное. Кто? Бьялосток. Ну, как бы аферист в хорошем смысле слова. Мне кажется, что... Макс Бьялосток... То есть тебе об образе рассказать немножко? Ну да. Ну, персонаж просто потрясающий. Это человек, который поверил в дружбу в шоу-бизнесе. Это вообще нонсенс. Поверить в дружбу в шоу-бизнесе. Но он как русский человек, бывший русский. Потому что это Макс Белый из города Бьялосток. Он поверил в то, что это возможно. Возможно, дружба в шоу-бизнесе. Но наш спектакль получился, и как бы идея, наверное, вообще этого проекта, этого спектакля, была таковая, что, конечно, возможна дружба, если бы это не было сказкой. Вот мне кажется, сказка у нас получилась хорошая. Это как жанр. Смешная такая, реалистичная, сатирическая сказочка. Поэтому эту сказочку мы и разыгрываем. Что еще рассказать про Макса Бьялостока, который взял и все-таки поверил в дружбу. И в конечном итоге так оно и случилось. Они настоящие друзья. И потом после этого спектакля, который у них случился как удача, да, вот про Дитя. На который они не рассчитывали. Да, на который они не рассчитывали, что будет удача. Тут надо сказать зрителям о том, что спектакль вообще про Макса Бьялостока, продюсера, который попал в совершенно дикий, так сказать, минус, уже был сброшен со счетов на Бродвее, и неожиданно его приходит на бухгалтер, который предлагает ему сумасшедшую схему, как сделать спектакль не на успехе, а на провале. Не спектакль, вот, а деньги. Деньги. Как сделать деньги. Спасибо, Юрий, да, это очень важно. Вот. Не на успехе. И они принимаются искать самых плохих режиссеров, самых плохих драматургов. И что самое ужасное происходит в финале, что этот спектакль имеет бешеный успех. И эта финансовая вся структура была выстроена так, что если у них будет успех, они садятся в тюрьму. Но и в тюрьме этот продюсер вместе теперь с своим компаньоном Леопольдом Блумом, который у нас в спектакле играет Егор Дружинин, они продолжают ставить мюзикл, поскольку это в них неистребимо. Это как это закон жизни. Минус на минус дает плюс. Юра, извини, я закончил. И спектакль, все правильно, сюжетная линия, да. Она верна. И да, и когда они сидели в тюрьме под названием Синг-Синг, самая страшная тюрьма, кстати, да, он говорит, такой, с таким названием красивым. Вот. Они там придумали спектакль, как называется? «Узенький любви». «Узенький любви». «Prisoners of Love». Да, «Узенький любви». То есть, а это еще круче спектакль у них получился. И потом у них очень хорошая история. Бродвейская случилась, видимо, после этого, если дальше, то как бы размышлять, наверное, они стали... То, что они сделали на Бродвее. То есть это было... Они, в общем, они стали великими продюсерами на Бродвее. Ну, все-таки в западном варианте. Макс Бьялосток, человек, живущий в свободной стране, не помышляет о политике и ставит мюзиклы, скажем так, это пародия на культуру Бродвея. А в нашей же версии получилась все-таки какая-то политическая сатира немножко. Сатира. У нас юмор превращается в сатиру, вы же знаете всегда. Поэтому совсем жить неплохо. Мы не умеем. Да, поэтому это совсем неплохо, мне кажется. Это такая наша, как сказать, если адаптация, то в этом смысле. У нас всегда есть доля какого-то психологизма и какой-то там сатиры. И чтобы зритель наш размышлял все-таки. Он у нас умный зритель. Он размышляет. Он не просто получает удовольствие. Он хочет как бы повысить свой интеллектуальный уровень. Во всяком случае, традиция русского, российского зрителя не такова. Зритель понял всю иронию этого спектакля, поэтому и смысл, потому что спектакль называется «Продюсеры». Они называют, да, там нет, то есть Гитлер там настолько как бы его унижает, и вот надо быть нормальным, трезвым, как бы размышляющим человеком, чтобы понять, что в этом спектакле Гитлера унижают, понимаете, очень сильно. Вот, и, в общем-то, собственно, там про фашизм, про Гитлера, да, как бы говорить больше и не надо. Спектакль «Продюсер» называется.
Вот. Ну что, я могу сказать, что вообще на самом деле вся эта история про то, как они пытались заработать деньги на провале, получилось потому, что они на самом деле рассчитали на то, что если они поставят, просто расскажу немножко сюжет, шоу «Весна для Гитлера», который написал профашистский писатель, случайно зажившийся на чердаках на Брайтон-Бич, да. Значит, естественно, поскольку в зал приходит в основном еврейская публика, как они рассчитывали на Бродвее, то, естественно, возмущенные тем, что им показывают шоу про Гитлера, они уйдут и тем самым обеспечат провал. Но получилось все наоборот. Вместо возмущения получилась смешная комедия. И те люди, которые сидели в зале, должны были возмущенно уйти из зала, они аплодировали как раз больше всех. И в этом смысле мне очень ценно в этом спектакле та ирония, которая есть у Мэла Брукса. Мы постараемся как-то, чтобы у нее проросли корни на российской почве, потому что беспощадность в иронии начинается от того, что это ирония и на, так сказать, и на иудейские, понимаешь, некоторые образы, склад, и ирония на наше политическое государственное устройство, потому что Макс Бялостов, как продюсер, принадлежит свободным предпринимателям, а бухгалтер, по нашей версии, это человек, который принадлежит к вертикали, это абсолютно задавленный чиновник вертикали Бялостов, вытягивая его из этой вертикали, предлагает ему совершенно свободный образ жизни. Давай попробуем, давай вместе выйди в свободную жизнь. И он ему дает свободу и взамен получает самое ценное, что может быть, наверное, в этой жизни, как правильно сказал Юра, дружба. Вот. И он этому человеку возвращает вкус к жизни, цвет этой жизни. Он проститутке с улицы шведки дает возможность стать артисткой, фашисту, который случайно стал жертвой фашистской пропаганды, немцу. Он дает возможность вернуться к своим корням, к немецким, и стать музыкантом, дирижером. Он, понимаешь, этого неудачника-режиссера, самовлюбленного себя, выпускает на сцену, он становится от этого, его самовлюбленность начинает работать на его актерскую карьеру. Вот, он, кто там еще у нас, писатель, практически все, кто к нему не обращаются, получают шанс куда-то выйти. И вот эта вот мечта и реализация мечты, несмотря на то, что это американская, конечно, такая вся структура, она очень близка нам, потому что мы хотим верить, что у нас завтра произойдет обязательно чудо. И поэтому, естественно, у нас некоторые... Этот спектакль можно рассматривать как сказку про театр. Театр – такое волшебное место, где любой может найти себя, где любой может осуществить себя, найти свой дом и найти место, где он может каким-то образом осуществиться. И в этом смысле это некоторое оправдание нашей работы. Это некоторый спектакль про нас, почему мы работаем в театре и получаем удовольствие не за деньги, так сказать, а потому что мы работаем. Вот. Хотя деньги, конечно же, немаловажная вещь тоже. Ну, наверное, одна из самых сложных сторон в этой истории – это бесконечные шутки на грани над евреями, над геями, над Гитлером. Ну, в этом состоит суть и характер пьесы, в том, что она не знает удержу. Она, ребят, мы, говорит автор, мы все смешные. Не только я, но и вы, и вот вы тоже, и вы, и вы. И в каждом из нас есть над чем посмеяться, потому что смеясь, человечество расстается со своими страхами, сказал Карл Маркс. Вот. И, по-моему, это очень мудро. В «Капитале»? Да, в «Капитале» он говорил немножко другие вещи. Слушай, ну все равно, говорят, неплохая книжка «Капитал». Ну, значит, что, между прочим, мюзикл на Бродвее, да, хотят, или где-то в Китае, я не знаю, по «Капиталу» Маркса сделать мюзикл. Я об этом не говорю. Да. Вот у нас уже почему только не делали мюзикл? У нас вот, поэтому они очень, вообще, я почему считаю, только что, у них не делали? Что, почему я с удовольствием занимался этой работой, если бы больше был репетиционный процесс, и больше бы с удовольствием занимался, потому что, когда ты понимаешь, что этим спектаклем ты будешь давать людям надежду, и какое-то вот ощущение праздника, позитив, которого, в общем, так мало, позитив в хорошем смысле, не дурака валяния, не смешение ради смешения, а, так сказать, дать почувствовать немножко комизм на существование, чтобы мы могли легче относиться к тому, что нас окружает. И в этом смысле комедия Мэла Брукса универсальна. И тут нужно было просто
по-русски попробовать пересказать этот сюжет, что с блеском сделали и Ира Лычагина, и Алексей Кортнев. Вот, и я, в общем, там помогал с текстом, и артисты все много привносили, и Егор Дружинин, и Максим Леонидов, и Юра Мазихин тоже. В общем, это было какое-то коллективное творчество, потому что всем хотелось, чтобы язык, которым говорят наши герои, был, в общем, понятен всем и своим родным. Хотя мы не опустились до того, что если перевести Леопольда Блума, то получается Лев Цветочкин. Ну, если так, в общем. Хотя одновременно Леопольд Блум – это главный герой романа «Улисс» Джеймса Джойса. Вот. Тоже тут какая-то своя параллель. В общем, мы решили оставить, как бы мы играем бродвейскую сказку, не адаптировать. И Макс Бялосток можно было сделать, Максим Бялик, и, в общем, так сказать, тут в этом... Ну там адаптация, вот я уже повторяюсь, как бы в психологическом таком аспекте. Это такой, на самом деле, не Лёва, да, там, Блум, сейчас я мысль забыл, про адаптацию хотел сказать. Ну, суть в том, что ты хотел сказать, что дело не в именах, а в внутреннем каком состоянии. Ну да, ну сейчас, ну вспомни, давайте дальше вспомним, вылетел. Ну, вот как раз хотела, Юр, ваше отношение к этим вот шуткам на грани, да, нужно было ведь шутить так, чтобы не сойти к пошлости. Ну, конечно, ну, это зависело от постановщиков и от актеров. Вообще у нас бывают, вы знаете, у нас актер, если пошло, то это, как бы, да, эмоция захлестнула и все остальное. Пошла актер, импровизация. Пошла импровизация, это, конечно, в этом смысле нас... бдят спектакль в этом смысле, режиссер, продюсера. Поэтому мы здесь, конечно, себе не позволяем ничего такого. Вот, я вспомнил про адаптацию. Ёрничанье. Это есть такая основная, главная черта в русском человеке. Может быть, вот такая адаптация, там очень много ёрничанья, такой иронии. Вот, мне кажется, там этого в спектакле много. Его можно назвать вот как бы в этом смысле адаптированным. Правда? Ёрничанье. Такая черта интересная. Немножко мы не можем все впрямую, да, излагать. Обязательно второй план. Обязательно второй план, обязательно совершенно шутки. Поэтому тут, в общем, в этом смысле не может быть скабрёзности там, где люди всегда понимают и говорят, выражаются адекватно. И вот в этом смысле мне очень приятно было работать с адекватными людьми. Юр хоть и говорит, продюсеры бдят. Не приходится уж прям особенно бдить, потому что на сцене все люди, в общем, понимающие и адекватные, что большая редкость, согласитесь, в наше время не только на сцене, но и особенно да, в жизни, и на голубом, так сказать, экране. Вот. Поэтому я вот еще раз повторюсь, что я рад, что нашлась какая-то адекватная российская компания, потому что тут нельзя говорить, что вот это целиком продюсерский, режиссерский, актерский успех. Вот так сложились звезды, что мы нашли друг друга, как-то вот прямо сцепилось в последний момент и с большими-большими там сложностями, конечно. Вот. Но это вот весь этот наш бронепоезд, он взлетел неожиданно совершенно. Как Смелянский говорил, вот теперь со всем этим хозяйством попробуем взлететь. Да-да-да. Вот. Ну и это произошло, потому что еще мне очень важно было в этом спектакле, конечно, то, что вот Юр говорит, ёрничание, вот это вот хороший фарсовый такой способ существования, очень редкий для российского театра, потому что он требует энергетики абсолютно четкого мозга включенного. Вот это существование на балансе между взрывом эмоций и четким пониманием, куда ты эту эмоцию направишь, он очень ценный и не характерен для российского театра. Поэтому у нас так мало таких вот гротесковых комедий. Потому что опасно, что все время скатиться можно в какой-то крикор или что-то непонятно. И артист должен владеть профессией. Вот здесь я счастлив, что я попал в ЦТРА, потому что там великолепно обученные артисты и с непререкаемым вкусом и авторитетом худрук. Там были блестящие совершенно артисты. Мы пригласили еще несколько человек. И в результате создалась команда, которая может этот жанр сложный, очень безумно сложный, каким-то достойным образом представить. Вот. Ну и, в общем, я был счастлив, что
как-то зал начал оживать. Но это же была вторая часть. Одна часть была интересная нашей жизни, постановка, а вторая уже, так сказать, поиск контакта с залом. Это уже тут, собственно, мы рули управления отпустили и предоставили, в общем, все в распоряжение артистов. Это такой самый для меня неприятный момент, но тем не менее ради этого, как выясняется, все делается. Вот, все артисты, предоставить артистам? Да, все предоставить артистам и смотреть, как они уродуют твое, понимаешь, чистое и неворочное видение. Ну и должен сказать, что я с удовольствием вот наблюдаю, уже не какой, сколько спектаклей это было? 20-30? Я даже не знаю, но много. 30, наверное. 30, ждешь реакции новой там публики всегда. Потому что очень важно донести, конечно, тут какой-то вот этот вот заряд мощный, именно интеллектуальный, который есть в этой пьесе. Потому что он пытается достучаться до нашего, в общем, как мне кажется, это общая проблема закостенелого сознания. И с большим сложностями мы теперь меняемся. Тем более, когда мы пережили 90-е наши годы, и этот слом страшный. И поколение кажется, новое. Совершенно. Поколение выросло, поколение, вообще, как сейчас такое общее настроение, мы не хотим меняться, мы не хотим никуда двигаться. Отстаньте от нас, отстаньте от своей политики, отстаньте, только дайте нам спокойно, хорошо жить. Да. Все это прекрасно, но у человека должна быть активная позиция, он должен быть адекватен и сам управлять собственной судьбой. Я обожаю вот героев, подобных Юринам, потому что эти люди командуют своей судьбой. Они выходят в какой-то момент и говорят, стоп, машина, командовать парадом буду я. Вот если в нашей стране будет так много таких людей, которые примут на себя труд, ответственность взять на себя, я буду поступить. Сейчас... Поступить. Совершить поступок. И командовать парадом буду я. Заметили, да, что он процитировал все-таки? А что, лед тронулся, даже да, мы немножко взяли... Да. Но это неизбежно. Из 12 неизбежно. Стульев, чтобы каким-то образом приблизить эти менталитеты американские и российские. И тоже много там, по-моему, было оставлено оригинальных цитатов про князя Мышкина. Да, да. Но тоже же... важно. Это все как бы... Больше того скажу, там у них были шутки про Максима Горького, о которых я узнал позже, они были выкинуты как... Слишком... Это все придумано не на это, Мэлом Бруксом да. придуманная вещь. Опять же, это говорит о том, что Мэл Брукс имеет какие-то российские корни, он вообще, по-моему, уроженец Киева на самом деле. Ну, мы опустим это замечание, скажем, что он российский. Знаток русской культуры. А может быть, он из Витебска? Славянин! Потомственный витебский славянин, уехавший в Америку. Вместе с Шагалом. Вместе... У меня же много у него там и Достоевского цитаты, и Ильфа Петрова цитаты. Ну, в этом смысле он продемонстрировал знания мировой и, в частности, русской сокровищницы культуры, за что мы ему благодарны. Мне кажется, он пропиарил. Просто. Но тогда, я думаю, в то времена это было модно, и все еще помнили, что... Потому что у них модный только Чехов. Да, забыли Достоевского читать. Ну, Достоевского как... Ну, наверное, да. Я знаю, знаешь, у меня это знакомый приехал. Потому что Чехов, он более европейский такой, из Южной человек, Америки, да. Я был удивлен тем, что он знает Достоевского гораздо лучше, мне было стыдно, чем я. Он филолог и увлекается русистикой. Ты про кого? Ты не знаешь, это вот... Он чтобы не запутать. Просил организовать путешествие в Петербург, чтобы посмотреть дом, где жил Федор Михайлович. Вот, вдруг понимаешь, что какие-то многие ценности, которые мы давно уже как-то попритерлись и не понимаем, они гораздо более ценятся на этом самом ненавистном нам всем Западе. В хорошем смысле. Вопрос, возвращаясь к шуткам и к юрничеству, вот, Юра, Дим, вам обоим. На Западе, в том числе в Америке, где был поставлен мюзикл, гомосексуализм, это свобода выражения, как бы выражение свободы личности. У нас это объект насмешек. Отношение к нацистам, к евреям у них достаточно терпимое, свободное. У нас как бы ну, существует какое-то, наверное, выражение нетерпимости. Где чтобы вот, ну, это не стало объектом именно насмешки, да, в чем была задача, а чтобы именно было смешно, но в то же время как бы что-то нести зрителю. Ну, я уже говорил о названии продюсера, чтобы
история-то, она о продюсерах. То есть какие способы надо выбрать для того, чтобы решить там определенные задачи. Поэтому я говорил о зрителях, то есть я буду повторяться. А вот Дмитрий Вячеславович может что-то другое сказать. Нет, я не знаю, мне на самом деле очень, потому что мы об одном и том же печальная сейчас вообще в этом смысле ситуация. И очень сложно было ставить, потому что для того, чтобы уж гей уважал себя или еврей уважал себя, это довольно сложно в нашей стране. И с достоинством говоря. В этом смысле я прям был поражен позицией Макса Леонидова, который, пожив на Ближнем Востоке, вернулся и не то что не стесняется, он об этом говорит спокойно, никому не навязывая, просто осознавая, что он таким родился в этом мире, что он так вот, он такой. Вот кто-то там голубой, кто-то фиолетовый, кто-то там розовый, кто-то в крапинку. Каждый имеет право на свое существование. Важно только жить в каком-то понимании того, что мы уважаем друг друга, мы говорим друг о друге, как о сложившейся личности, и о человеке, который имеет право под этим солнцем. Но прежде всего, это проблема не отношения к кому-то, а проблема самих людей. Надо внутри и геям, и евреям, и русским, и кому угодно, и зоофилам, черт знает кому, так внутри себя перестроить, чтобы он себя достойно осуществлял в обществе, достойно. И это то, чего не хватает очень многим. Мы либо боимся, либо начинаем выпячивать, либо нет этого внутреннего баланса, уверенности в себе, что ты родился на этот свет, и ты достоин жить на нем, и достоин представлять себя таким, каким ты есть. Самодостаточность. Самодостаточность. Да. Я очень рад, что у нас есть много артистов в труппе, которые блестяще все это понимают, которые достойно представляют, пусть там не являясь сами ни евреями, ни геями, но они достойно говорят о том, что каждый имеет право в этом мире быть тем, кто он есть. Если мы будем в этом обществе жить, а мы жили, я не знаю, мне все время в советское время казалось, что мы практически жили в каком-то равноправном в общем обществе. Хотя, конечно, все это было спорный вопрос, сейчас не будем залезать в это. Ящик Пандоры, чтобы не подорвать наш эфир. Вот. Но, по крайней мере, вопрос внутренней свободы очень нас волновал. И если мы достигали в артисте это ощущение свободы и адекватности говорить о любой проблеме, мы были счастливы. И я очень рад, что у нас в команде все адекватные люди, относящиеся к всему, чему угодно уважительно, только по той же простой причине, что они уважают прежде всего самих себя. Совершенно правильно. Ну вот, продюсеры, немножко так вот, сейчас, да, отойдем. Какие еще у вас сейчас работы, Юр? Сейчас, ну, заранее ведь не говоря, то, что планы в громаде, да, то, что какие-то цели, перспективная мысль, это вообще плохое дело. Но цели поставлены. То есть я не мыслю, я поставил себе цели, к ней приду. Есть, конечно, и в продюсерском, тоже с продюсерской точки зрения есть какие-то заначки, моменты, которые в связи с кризисом как-то они немножко отодвинули, заморозились, но сейчас это можно все как бы реализовать, появилась такая возможность. Так что вот цель обозначена, надо просто к ней идти спокойно. Вот, а актерские работы, актерские, ну, немножко с кино, с театром, помимо продюсеров. Но это, на самом деле, продюсер это очень такая на сегодня, ну, серьезная работа. Три часа, сколько, около трех часов на сцене, с килограммом текста музыкального и ну, это просто, это очень тяжелый спектакль. Конечно, он уносит очень много. Как бы силы к нему надо готовиться. И это, ну, какие-то ну, таких вот работ, как бы, мне хватает работы, но только, может быть, не актерской, а другой. Вот. А актерской мне хватает этой. Продюсера. Продюсера, да. Ну, я не знаю, что тут можно сказать. Я вообще не люблю конкретные разговоры в каждой Юле, но на самом деле большая работа ведется сейчас по созданию российского мюзикла, потому что все, что
создал Мел Брукс гениально, замечательно, но это чей-то продукт. А мюзикл — это адекватное искусство, оно должно существовать здесь сейчас и создаваться здесь сейчас. И я считаю, что у нас создан на сегодняшний день некоторая такая субкультура или некоторый слой, в котором может что-то завариться, созреть. И вот в основном сейчас сводится работа к тому, что я читаю какие-то пьесы, литературные материалы, думаю, говорить боюсь, но идеи самые разные и сумасшедшие, вот, и заражаю своим, так сказать, видением и коллег, и драматургов, и композиторов, и вот мы с Юрием Ряшенцевым много сотрудничаем, с Юлией Кимом, если говорить о драматургах, и с Олегом Багаевым из Екатеринбурга, драматургом, вот, даже были проекты с Николаем Калидой. Вот, из композиторов Саша Пантыкин, который дедушка уральского рока, фронтмен группы. Сань, вот, в хорошем смысле этого слова. Вот, да, в хорошем смысле этого слова. И с Сергеем Чекрыжовым, участником группы «Несчастный случай», и с Алексеем Кортневым. Вот, и, в принципе, планов много, но мюзикл — такая история, она до такой степени многосоставная, что приходится начинать несколько проектов одновременно, и только один там, из десяти может выжить и выстрелить, и потом говорить обо всем, как ты, в общем, ну, сейчас пока не хочется сглазить, да и, собственно, зачем, пока все это находится в счастливой стадии замыслов, разговоров. Да, про... самый счастливый. Когда это уже переходит в пиар-историю, это уже становится, начинаешь думать 25 раз, говорить или нет, а что. Вот, а пока, в общем, наслаждаемся свободно. Очень хочу, чтобы каким-то образом я имел отношение к постановке «Преступления и наказания» Артемьева. Были переговоры, все поступало уже практически вот к вот прям практически реализации, и прекрасная постановочная команда была, и Вайнштейн продюсер. Я считаю, что это выдающееся произведение Эдуарда Артемьева, выдающееся вообще в контексте не только мюзикла, но вообще российской культуры, потому что то, что он сделал, это, я считаю, завтрашний день не только мюзиклового театра, вообще музыкального, театра. Вообще театра, да. И я счастлив, что я имел какое-то к этому отношение. И, в общем, желаю всем найти либо диск, либо принять. Продюсеры, объединяйтесь, ставьте, пожалуйста, в «Преступление и наказание». Не со мной, так с кем угодно, потому что существуют произведения, которые, как говорят модницы, must have. Что надо иметь. Я думаю, что Россия must have «Преступление и наказание», потому что это круто, это здорово, это наш завтрашний день. Я буду счастлив, если еще будут созданы им произведения. А я знаю, что в портфеле Артемьева есть и другие произведения. Вот, и дай бог, что мы каким-то образом все-таки вырвемся из этого жуткого кризиса в музыкальном театре, когда ты понимаешь, что в опере ты должен ставить произведение, которому уже как минимум 100, а то и 150, и 200 лет. И все это напоминает гармонизацию трупа, который должен, как чудовище, встать, понимаешь, из небытия. Надоело, в общем. Хочется работать свежего, и хочется адекватной аудитории. Той аудитории, которая приходит на концерты к Земфире, той аудитории, которая, понимаешь, сходит с ума от Бейонсе, той аудитории, которая читает Акунина и Пелевина. Будем ставить мюзиклы по Акунину и Пелевину. А почему? Почему нет? И я с удовольствием поставлю очень по Сорокину. Очень, да, по Сорокину, да. Да, по Пиру. Я закончил восьмой рекламный вопрос. Из всей, да, вот сразу очень большое количество людей сегодня, которые в этом жанре, который мы называем мюзикл, понимаешь, слово мюзикл, да, как-то звучит уже так обыденно, его никто не боится, он такой легкий вообще. Мюзикл прекрасно, а раньше это какой-то идеологический, да, такой оттенок был этого всего. Музыкальная комедия. Музыкальная, так нет, она есть музыкальная комедия, вообще-то прилагательная мюзикл. Ну, называть его музыкальным спектаклем там, неважно. Ну, не боится уже никто этого слова, и очень большие, на самом деле, очень большие творческая потенция, как бы вот в России, кто с этим жанром связан, конечно, просто большая. И очень много людей, способных организовать, сформулировать, организовать как бы процесс вот этот. Все, что касается жанра. Сделать спектакль.
Очень много людей. Ну, вот все перечисленные Димой, как бы все наши большие друзья, приятели. Если раньше было несколько человек, которые способны были в этом жанре как бы стилистически точно сделать, да, то сейчас их очень много. Потому что у нас идут мюзиклы и импортированные, и уже есть какая-то стилистически, как бы уже, ну, готовы мы, чтобы заявлять как бы вот наши доморощенные проекты. А Рома Игнатьев, замечательный композитор, да, написавший «Монте-Кристо», да, я считаю, просто прорыв для нашего серьезного продюсерского театра, который... Продюсерского театра. Это очень театр, который готов вкладывать серьезные средства. И то, что Рома оказался на уровне, говорит о том, что и продюсеры созрели, чтобы найти правильных композиторов. И композиторы готовы соответствовать тому, что в них вкладывают, в общем, ну, сумасшедшие деньги. Ну, Дима, может быть, напугал преступлением, наказанием, то есть названием, да? Но это, вы понимаете, что это, конечно, не в чистом виде преступления, наказания. И название, наверное, другое. Может быть, там было и Раскольников, да, или какие-то. И мы знаем, что интересно. Не-не-не, мы знаем, это диск записан. Я там записывал диск, я принимал участие в этом. Юрий там в этой записи. Порфирий Петрович. Да, и Саша Маракулина. Петя Мартин, все наши друзья принимали участие, опять-таки там собрались и сделали. Конечно, эту вещь не будем о ней долго говорить, но это произведение должно, конечно, как-то должно сформироваться в некий проект. Должно, это просто обязаны сделать люди. Вообще хочется всем пожелать нашим креативным силам России, чтобы как-то они творили в области музыкального театра, потому что уж больно все это грустно наблюдать иногда, что либо все упираются в оперу, которая уже, в общем, для меня, собственно, сомнений нет, исчерпала себя как жанр, именно композиторский жанр, потому что там долгий серьезный разговор, что нужно искать совершенно новые формы, и что Артемьев в Америке, Бернстайн, там, я не знаю, в России современные рок-композиторы уже нащупывают эту форму, которая одновременно и популярна, и способна отвечать самым серьезным запросам людей, которые привыкли в России ходить в театр и размышлять. Я уверен, что такие композиторы, такие произведения есть, они будут, и, может быть, это не будет называться как мюзикл, да, может быть, называться рок-оперой, как угодно назови. Но я уверен, что сегодня существуют инструментарии, артисты, творцы, режиссеры, балетмейстеры, которые все это сделают. Важно, чтобы была идея, были деньги и было желание все это сделать и заварить, и выйти на рынок. Почему в бизнесе сейчас существуют такие прорывы у людей, они добиваются таких высот и зарабатывают такие деньги? Ведь тоже ведь это искусство, заработать деньги, это тоже, я считаю, в каком-то смысле высокое ремесло, которое состоит не в том, чтобы обманывать других, а именно уметь организовать бизнес, уметь привлечь людей, уметь придумать какую-то новую идею. Я общаюсь с моими друзьями. Продать эту идею. Продать это же как бы популяризировать, сделать, заразить других людей этой идеей. Во многом терминология та же, что и в театре. Ну, другие совершенно на эти. Эти люди есть. Так вот, к сожалению, они не в нашей сфере, в театральной, где, в общем, по большому счету наблюдается некоторый такой кризис, как мне кажется, идейный и финансовый. А я считаю, что не только потому, что тяга человека к развлечению это должно быть, но и потому, что именно в мюзикле, в музыкальном жанре, как нигде, проявляется мастерство. Потому что в драматическом театре можно прикрыться пьесы хорошие, можно прикрыться, так сказать, раздиранием рубашек, раздиранием связок. А в мюзикле ты обязан представить владение телом, владение голосом, владение, так сказать, пластикой. Ты должен быть совершенен. То качество, которое, в общем, сегодня очень редко для сцены. Вот. И приятно смотреть на мастера на сцене. И тот, к чему я стремлюсь. Мне, в общем, не важна даже иногда идея, а важно то, что вот на сцене качественное зрелище. Качественно поют, качественно танцуют, качественно произносят текст, качественно работает мозг, который понимает, куда он ведет зрителя, артиста. Тогда возникает ощущение адекватности и вкусности продукта, вкусности произведения. Тогда мы работаем
может быть, и с простым материалом, кому-то он кажется не таким высоколобым, тогда возникает ощущение, то, что этого никто не может повторить вот так с кондачка. Да, действительно, прочитать какую-то очень сложную пьесу в любимовке можно. А ты попробуй вот продержи 3 часа, плеша, распевая, говоря этот текст, внимание зрителей, останься легким, убедительным и заразительным. Это тоже, я считаю, дорогого стоит и вполне может войти в арсенал ценностей культурных. 9-я рекламная пауза. Ну, сейчас реклама была о шоу, что мюзикл – это шоу в первую очередь. Вот, и там надо применять все выразительные средства, как бы. И для этого надо написать такую пьесу, чтобы они... А вот с продюсером нам как повезло? Нам повезло с продюсером, с Смелянским и с Калягиным. Нам повезло с театром, опять же, говоря про мастерство. В театре фантастическая совершенно машинерия, которая по причине того, что... потому что там драматическая сцена в полном объеме не могла использоваться. А музыкальный театр требует таких трансформаций сцены. Моментальных поворотного круга. И мы попробовали с художником, с Олей Шагальной и с балетмейстером Жанной Шмаковой выжать из этой сцены вот все, что она может дать. Да. Конечно, постановочные службы были в шоке в каком-то. Когда они все это, мы говорили, что вот это будет, и вот это будет, и вот это, потому что это было у них обычно в спектаклях в 1/10, и не все сразу. А тут нужно было в течение 3 часов эксплуатировать сцену, как будто вот она должна показать все, что, на что она способна. Вот, и было это очень и волнительно, и интересно, и опасно, и слава богу, мы как-то все это практически пытаемся преодолеть. И в этом смысле тоже я горжусь тем, что наш спектакль – высокотехнологическое шоу, которое позволяет задействовать вот, весь потенциал технического театра уникально и отвечает современным запросам о нано- и высоких технологиях, предъявляемых нам государственными руководством. Вот. Вот у нас... Я уже дошел, понимаете, что уже вот... практически еще немного что-то в стратосфере. Он скрыл. Что-то он в этой фразе скрыл. Да, отведенное на время, к сожалению, подходит к концу. Спасибо, что сегодня были с нами. Я напоминаю, в нашей студии был Дмитрий Белов, режиссер мюзикла-продюсер. И мастер рекламной паузы. Да, Юрий Мазикин, исполнитель главной роли Макса Бьялостока. Оставайтесь с нами на Живом ТВ. Я прощаюсь с вами до конца праздников. С Новым годом! С Новым годом!